Здравствуйте, Дедушка Мороз. Меня зовут Лепкалов Данила. Мне 5 лет. Я хожу в детский сад. Дорогой Дедушка Мороз, хочу поделиться с тобой секретом. Я очень хочу под елочку автотрек-гонки на горках. Депутат Госдумы Александр Толмачев читает письма, адресованные Деду Морозу. В них сокровенные желания, исполнение которых дети с нетерпением ждут к Новому году. Группа «Ягодка» Маградзе М. Письмо Деду Морозу. Дед Мороз, подари мне, пожалуйста, робота. Узнав про три желания, Александр Толмачев приступает к выполнению миссии Деда Мороза. Парламентарий направляется в «Лавку чудес» – магазин детских игрушек. Какого себе робота вы выбрали на месте мальчика? В преддверии волшебного праздника Нового года активисты Щелковского отделения молодой гвардии «Единой России» организовали в торговом комплексе «Кэмп» ежегодную благотворительную акцию «Чудо-елочка». Все ее участники дарят подарки детям с ограниченными возможностями здоровья. Выбор подарков сделан. Малышам они точно понравятся. Миссия Деда Мороза подходит к завершению. С детскими игрушками парламентарий возвращается к новогодней еле. Я лично принял участие сам 5 лет в акции «Чудо-елочка», которую организовало местное отделение молодой гвардии Щелково. У ребят родилась инициатива, они нашли спонсоров, партнеров, друзей этой акции, договорились с торговым центром, чтобы добра в этом было году 2021 много, а в 2022 было еще больше. Для этого надо добро это творить, поэтому давайте творить добро вместе. Как участвовать в акции «Чудо-елочка» подскажут волонтеры. Они несут дежурство у «Зеленой красавицы». Все собранные подарки доставят в детские учреждения ребятам, написавшим письма зимнему волшебнику. Акция «Чудо-елочка» в торговом комплексе «Кэмп» продлится до 18 декабря. Стать Дедом Морозом очень просто. Достаточно прочитать желание и купить ребенку нужный ему подарок. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.